Как складывается карьера Евгения Гора без Надежды Бабкиной? У многих россиян имя певца Евгения Гора ассоциируется с певицей Надеждой Бабкиной. Союз двух творческих людей наделал много шума в прессе. Дело в том, что народная артистка более чем на 30 лет старше своего избранника. 2 года назад в популярной телепередаче Надежда Бабкина поведала телезрителям, что теперь в ее жизни новая глава под названием «Гостевой брак». Свою личную жизнь певец старается держать подальше от чужих глаз. Евгений открывал свою риэлторскую компанию, но ее пришлось закрыть. В 2014 году Евгений начинал заниматься изготовлением ароматических свеч, но из-за сильной занятости не мог уделять много времени этому проекту. В 2020 году многие артисты остались без работы, в том числе и Евгений Гор. Он стал больше времени уделять свечному производству. Результат не заставил себя долго ждать. Теперь Евгений Гор является владельцем свечного завода. Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору, одним словом. Талантливый человек, талантлив во всем.